27 октября. Прекрасная погода. Я заспался. Начал делать целительные силы. И как-то увлекся. То все. Надо было сравнить, надо было дополнить. И где-то около 2 заснул. Поэтому сейчас поеду в парк на прогулку. Кстати, это народная медицина, выставка-ярмарка в Ростове-на-Дону. Стала она такой постоянной. Ну ладно. Кстати, машину я полностью отремонтировал, заменил, то есть все 5-10. И на ней стало очень приятно ездить. Я даже джип забросил. И езжу только на ней. Езжу на ней. Пультик. Смотрим. Поднимаются ворота. И вперед. Тихое утро. Уже в разгаре. Я сейчас кружок сделаю. Посмотрю, где можно установить камеру. Так, чтобы снять задний фон. Красивый. Взял часы. Километраж, хронометраж. Чтобы все это было. Катер на подводных крыльях. Видите, как его с речки занесло. На таких скоростях вылетел сюда. И застрял или остановился. На. Что только не увидишь. Дочка мне нравится, можно поставить камеру. Да и вот этот блестит, роса на траве, сочетание солнца, зеленого света и капели красы. Температура, 27, 6 градусов, ясно. Вот так поставим, чтоб снимала. Запись. Так, часы определили, что мы занимаемся, ведь и ходим. И теперь время 14, 10 минуточек. Позаписываем этот видосик. Я смотрю на окружающую меня природу. Вроде она тут и не особо уж такая. Вот. Но тем не менее, мне все кажется таким красивым, каким-то волшебным, каким-то особо милым.
Вот интересно. И вот это все, что я вижу, оно меня как-то восхищает. Восхищает, и знаете, начинается такая, как бы сказать, миленькая-миленькая дрожь во всем теле. От осознания этой красоты. И что тебе позволено в ней находиться. Это такое счастье. Такая радость. Вот эта тишина. Спокойствие, умиротворение. И ты в этом мире. Что ни говори. А наш мир все-таки он какой-то волшебный. В среднем, за сколько я километр прохожу, за 13 минут, 28 секунд, и сколько прошел? 2,7 километра, а уже хожу 40 минут. Ага, 3 километра за 12. За 12 минут я прошел там сколько-то секунд. Камера стоит, снимает заставку, чтоб минут 10 примерно было, одним куском снял, потом сел на зеленый фон и что-нибудь рассказываешь. Умиротворяющий вид. Сойка. Орешки собирает. Как у нее оперение. И в то же время как раз под цвет деревьев. Ищем червяков. Кстати, будущим блогером, фоторепортером и юным любителем видеозаписи. Вот смотрите, берите вот такой вот штатив. Не обязательно, что вот этой вот фирмы, но чтоб он был вот с такой вот прорезиновой штучкой. Потому что сейчас уже холодно. И уже в руке держать вот эти металлические штуки, пластмассовые штуки, крайне неприятно. Рука застывает и... Все это как-то превращается в такую неприятную вещь. А вот с такой вот поролонкой, плотной поролонкой, очень хорошо. Что тут нам говорит? Часы. 5 километров прошли. Ну и отлично. И сюда протирайте объектив. Потому что вроде объектив чистый. Что-то вышло там. Роса упала, там где-то зацепились, когда шли, там говорили, слюна попала, и такое бывает. У меня был случай, что даже собака лизнула объектив, и видео получается такое. Не совсем качественное, какое бы вы хотели. Ну вот и все, тренировка окончена. До свидания, парк. До завтра. Благодарю тебя. Наполнил ты меня силой, здоровьем. А самое главное, какой-то вот такой благостью. Этого нигде не возьмешь. Кроме общения с природой. Уже прошел 62 минуты.